Вклад Краснодарского края в общероссийский каравай. 10 миллионов 400 тысяч тонн пшеницы. Абсолютный рекорд, причем больше трети. Пшеница высокого класса. Слагаемых успеха здесь много. Много, конечно, в первую очередь, конечно, и те современные агротехнологии, которые сегодня на Кубани активно развиваются. Труд, безусловно, сегодня наших аграриев, но еще раз подчеркну, и та государственная поддержка, которая оказывается сегодня в нашем крае, она, на самом деле, беспрецедентна по отношению к другим субъектам Российской Федерации. И это тоже сегодня, я уверен, повлияло на этот рекордный урожай. В этом году в краевой бюджет заложены серьезные средства на поддержку развития сельского хозяйства, в частности, компенсации тем, кто возводит теплицы, покупает племенных животных. В Анапе на эти цели предусмотрено 5 миллионов 300 тысяч рублей. Если заявок будет больше, Минсельхоз обещает выделить муниципалитету дополнительное финансирование. То, что касается субсидий, Василий Александрович, на контроль. Вы слышали, что губернатор сказал, мы должны получить не менее, чем в прошлом году. То есть, если мы сдавали заявку 10, я думаю, что вице-губернатор Коробко пересмотрит все на контроль и, пожалуйста, пришли и доложили, и как вы будете их использовать. Помимо субсидий, в Анапе по линии Министерства сельского хозяйства выделено порядка 26 миллионов рублей на развитие сельской инфраструктуры. Из них около 18 миллионов рублей – средства на газификацию, 2 миллиона рублей – на спортивные площадки в Благовещенском сельском округе. Повышение качества жизни на селе – одна из стратегических задач как для краевой, так и для местной власти. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.